А вон гладыши уже пошли. Чистый. Вот еще один. Вот я чуть белый не раздавил. Да? А, маленький. Ага. Да они все чистые. А у меня вот такой вот. Вот они здесь в кустах. Сейчас я тебе скажу. Вот они не в тупе, аккуратно. Я смотрю, смотрю, где они? Вот они, пошли. Ага, вижу. Вон раз, два, три, четыре. Ага, классные такие. Давай, слезай. Ага. Супер. Беленькие. Вот это вообще мощь. Не знаю, посмотрим сейчас. Чистикс. Так, вот еще один. О, три. Ну уже четыре. Один без меня срезал. Один я срезал без камеры. Четыре. Пять. Я с таких прям отрезаю. Она самая волокнистая. Все. Челыши. Их тут просто тысяча. Но мы их не берем. Когда белых полно, зачем они? О, а вот и беленький. Маленький. Я вот один маленький нашел. Сейчас я иду к тебе. Я уже срезал. А, уже срезал, ну ладно. Я его не заметил сначала. Они все чистые. Ну да, есть, который только проволочник пожрал. А, вот еще один, прикинь. Смотри, еще один, да. Я даже не видел его под ногой. Сейчас бы сбил. Нормально сразу, 4 штучки. Тоже начал разделять, да? Да. Место экономить надо. И вон еще один. Да чистые, они все чистейшие. Трофейный. Настоящий. Вот это да. Вот он. Ха-ха-ха. Красавец. Ай. Чего? Да, белые. Синочки. Чистенькие. Да. Сейчас подберем. Грибной рай. Вот там такой большой белый стоит. Я сейчас его тоже срежу, сейчас снимешь. А, давай. Пока я тут операторскую работу выполняю, Никита грибы режет. Длинная ножка. Ага. Еще одна причина не срезать, а выкручивать. Вон там дальше, вон там. Ёлки, какой толстый. Издали. Ух ты! И там дальше еще один сразу. Да-да-да, два сразу белых. Вот это жирный. Вот это офигенный белый, просто суперский. Смотри. Офигеть просто. Вот это белый реально. Вот это сегодня королевский. Просто. Охереть, да? Я его даже вырезать не буду. Нету слов. Ну, счисти хотя бы, ну, грязь, да, с него. И вон там еще один тоже толстый, маленький. И чистейший, смотри, белоснежный. Угу. Хотя жара под тридцатку.
тебя керамический нож, что ли? Да. Офигеть просто. Вот это да. Ладно, пойду я тоже собирать. Давай. Мне попались классные. И вон там под елкой огромнейший. Ведьмин круг из белых грибов. Вот этого оставим напоследок гиганта. Смотри просто. Раз. Просто вот сюда в корзинке пока. Два. Смотри какие. Угу. Три. Четыре. Пять. Ну это уже. Вот, здесь вот два херенца. Да, да, да. Семь. Это восемь. Это девять. Там еще сзади сейчас будут. Давайте отнесем. Охереть. Так вот просто. Еще вот здесь. Еще два. Вот еще. Я знаю. Вот еще два. И вот еще один. Хотя они толстые. И все вот такие. Ну, смотри, сорви его просто. Он может чистый быть. Вот это, блядь, белый стоит. Не матерись. Килошка, наверное. Давай его посмотрим. Понятное дело, что чистый. Не, не особо он чистый. Блять, ножку отпиливаешь, как это. Нормальная шляпка, кстати. Ну. Вот это да. Два. Хороший по-любому. Для сушки самое то, самый ароматный. Да. Да, чисто. Ну вот, собственно, результат, который мы сегодня набрали. Прошение неимоверное количество километров. Дебри, кусты, леса, елки, березы, ивняк, все что угодно. Только белые и подосиновики. Пол багажника и вот еще целый пакет. Да. Здесь целый пакет, там, тут. Good! Просто половина ванны полная грибов. Немножко, конечно, они не презентабельны, потому что мы ломились через кусты, через дебри. Немножко заблудились, слезли через заросли ивняка и молодые посадки молодых елок. Немножко грязи попало к нам в корзину, немножко даже некоторые грибы помялись. Но в большинстве своем это просто перфекто, идеальные белые грибы, чистейшие, что удивительно, в 30 градусов жары. Ну и такие же, в принципе, перфекто подосиновики. Взял всего, наверное, пяток челышей под березовиков в самом начале, десяток маслят и, по-моему, три лисички. Все остальное это белые и подосиновики. Это первый раз вот так удачно. Треть ванны, в принципе. Ровно треть ванны. Супер. Супер. Просто супер. Но единственный момент. Сейчас мне придется весь вечер и, наверное, половину ночи все это чистить самому. Что-то на сушку, что-то на маринование, на заморозку на зиму. Разбирать, сушить, мариновать. И так далее. И все самому. Ну ладно, что делать. Как говорится, любишь медок, люби и холодок. А на этом всем пока. Удачи и удачных грибалок.